Максим спит огромной двуспальной кровати один, а папочку на детское место перегнал. Сделай ручкой. Выходим из нашего номера на завтрак. Комната отдыха. Комната для завтраков небольшая, по максимальному числу возможных постояльцев. Как всегда, ирландский завтрак. Максим записал в книгу отзывов. Просторно и комфортабельно. Спасибо. Покидаем Белфаст. Сегодня у нас конечный пункт Лондон-Дерри. По дороге познакомимся с северо-восточным берегом острова Ирландия. При этом заедем в заповедник Гленариф, поднимемся на мыс Торхед и побываем в местности под названием «Дорога гигантов». Едем по уже знакомым нам улицам Белфаста. Ты что, объедешь вокруг, чтобы я снял крепость? Город Керрик-Фергюс лежит на берегу залива, ведущего в Белфаст. Этот город возник на 5 столетий раньше Белфаста. Замок нормандского стиля, который мы видим, был здесь построен в 1177 году. Этот замок имел военное значение на протяжении почти 8 веков. Британский гарнизон располагался здесь до 1928 года. Макет этого замка. Большая часть нашего пути лежит у берега. Видно, как выстрижена листва деревьев для проезда транспорта. Мелкий городок под названием Глин через Вай. Поработал, помолился и лег спать. Смотри, пальмы какие-то растут. Чего тут только не растет? Ну, тут же северная страна. Северная страна и пальмы не ценности. Ну да, но тут умеренный такой климат, потому что в стрим согревает. Ну а тут уже чего домики пошли. Короткая остановка у берега. Городок.
Еще одна короткая остановка. Езжаем в городок Гленар. Take the next right in 100 right. Видно, как склон поделен на участки. Максим поведет меня в очередную пешую прогулку. Поднялись на плато. Поставили машину на стоянку и пошли пешком по одному из предлагаемых маршрутов. Вот спустились вниз к речушке и посмотрим это живописное явление природы. Трехкилометровому маршруту. Маршрут идет по хорошо обустроенной тропе, проложенной по крутым склонам глубокого оврага, на дне которого течет речка. Эта тропа была обустроена около 80 лет тому назад. Эта речка образует каскад небольших живописных водопадов, которые привлекают туристов и любителей активного отдыха, к каковым мы относим и себя. Спуск к смотровой точке, откуда вроде бы виден водопадик. Такой зигзагообразный. Но это ж придется подниматься потом. Другие водопады каскада. Поднимаемся от водопада к стоянке. Спускаться было несложно,
А вот теперь нужно подняться на ту же высоту. Снимки, сделанные во время подъема. Почти вернулись на стоянку. Недалеко от стоянки место с хорошим видом и столами для перекусывания. Всюду идеальная чистота. Снова выезжаем из зоны заповедника к дороге, ведущей вдоль берега.